Всем привет! Вы на канале «Деревенская жизнь городского пенсионера» и зовут меня Ирина. Сегодня хочу предложить вашему вниманию рулет из мяса индоутки. Для этого предварительно замачиваю чернослив. Здесь у меня 15 полных черносливанок. Чернослив я сама сушила. Поэтому абсолютно он у меня промытый, чистенький, прекрасненький. И, кстати, это самый лучший вариант, который можно предложить людям в их жизни. Это готовить свой чернослив, сушить его в любой квартире, в городской, в деревенской. Это самый лучший вариант, поверьте. Можете не верить, конечно. Но что сделала я? 15 чернослив. Замачиваю чернослив кипяточком, заливаю. И будет он у меня распариваться всю ночь. Так, передо мной индоутка. Индоутка у меня весом 3 килограмма 200 грамм. И что, начинаем колдовать. Сейчас для того, чтобы нам сделать рулет, как и для рулета с курицей, будем снимать нашу шкуру. Технология точно такая же, как с курицей. Кто за мной внимательно следил, тот видел. Я обрезала шею, не всю, оставила немного. Я обрезала жирную часть, которая возле хвоста, вот такой объем. Я убрала железы, расположенные вот здесь на шее, вот так они выглядят, железы. Это нужно сделать обязательно. Теперь я разрезала грудку в тонком варианте, сделала ее и расположила вот на уровень крылышек. Вот сюда она ушла. Теперь я сейчас еще немного уберу часть грудки. И спущу вот таким же образом, и спущу ее вот сюда, на область ножек. Это тоже так же я сделаю. Часть я расположила в область крылышек, а часть грудки я спущу в область ножек. Вот так, вот таким образом. Сейчас я это все отобью. Посмотрю еще свой остов. Если где-то что-то осталось на ножках, еще срежу. Добавлю вот на места пустые, которые у меня есть.
беру обыкновенный мешок полиэтиленовый, который мы складываем продукты, и начинаю отбивать. Отбивать нужно получше. Это все же не курица. Готовлю маринад для нашей индоутки, для рулета. Натерла на мелкой терке 2 луковицы. Чайная ложка меда вот такая с горочкой. И столовая ложка соли сюда же. Все перемешаю. Сейчас мед наш растворится, и будем этим маринадом натирать мясо индоутки. Пока растворяется мед, нарежу запаренный чернослив на дольки. Беру мой маринад. Здесь у нас лук, соль по вкусу и чайная ложка меда для того, чтобы нанести это все на утку, которую мы с вами распластали. Вот нужно вот эти кусочки поднять, тоже намазать, скажем так, все части, все наши части и запчасти. Все до самого последнего моя лопатка искусница выскребла, чтобы ничего не осталось. Очень хорошо все промазываем. Прямо я натираю вот лопаткой все части, шея здесь у нас тоже также, шкура от шеи осталась без мяса. Все это у нас промаринуется, мариноваться будет у меня сутки. Потому что это индоутка, мясо у нее гораздо жестче, чем у курочки. Но это будет стоить того, наше ожидание. Все раз определили. Теперь чернослив. Берем и раскладываем наш чернослив. По всей поверхности также, по всей поверхности нашего утиного мяса, индоутиного, у меня индоутка. У меня индоутка. Так нужно сделать, чтобы распределить, чтобы у нас весь чернослив попал на каждый кусочек, который мы будем отрезать.
Вот так все мы сделали. И сейчас будем заматывать. А это мы с вами уже умеем. Развернем его теперь уже по моей досточке. Посильнее, посильнее. И сейчас будем заматывать ниткой. Здесь у нас осталась шея. И мы воспользуемся этой шкурочкой, чтобы этот рулетик у нас вот так вот. Вот так наш рулетик. Сейчас я его буду заматывать. Мой рулетик из индоутки с черносливом готов. Простоял он ровно сутки в холодильнике. Затем простоял в духовке при температуре 190 градусов 2 часа. Но духовка была не нагрета изначально. То есть я ее поставила в холодную духовочку, этот рулетик. И вот 2 часа он там у меня с того момента, как я включила духовку и простоял. Но сейчас буду смотреть, что. Смотрите, сколько вытопилось жира, будем так говорить. Поэтому рулет будет из индоутки абсолютно не жирный. И будем сейчас пробовать, что из него получилось. Вот такой вот он красавчик. Вот так выглядит мой рулетик тогда, когда я уже сняла с него ниточки. Вот такой он получился. Ну а сейчас посмотрим разрез, как бы это будет выглядеть в разрезе и насколько это будет вкусно. И вот мой рулетик в разрезе. Естественно, я его уже попробовала. Вот так это выглядит. Я подняла рукой, чтобы свет падал, так как это хотелось бы. Небольшая осталась жировая оболочка. Очень нежный, сочный. Вы знаете, даже не могу подобрать слов, какой это вкусный рулет. Но, естественно, коль он у нас с черносливом и с медом, то для тех, кто не любит маленькую сластинку, конечно, этот рулет не подойдет. Тогда готовьте с фисташками. Это будет тоже обалденный рулет. Ну вот, а у меня сегодня такой. Вашему вниманию я предоставила рецепт приготовления и как эта красота выглядит. Ну а как вкусно, конечно, опять может только попробовать тот, кто это приготовит. Мне это, для меня это очень вкусно. Очень вкусно. Но на цвет, на вкус и цвет товарищи нет, называется. Либо все фломастеры разные. Еще есть такая современная поговорка. Но это выглядит вот так, и это великолепно. Великолепно. Всем пока-пока и всем до новых встреч!